Здравствуйте! Тема нашего видео – как правильно зафиксировать ретейнер после снятия брекетов. Чтобы предотвратить обратное смещение зубов после снятия брекетов и стабилизировать результат лечения, мы чаще всего используем скрепление фронтальной группы зубов ортодонтической проволокой. Эта конструкция называется ретейнером. Ретейнер устанавливается сразу после снятия брекетов. Итак, переходим к фиксации. Внутреннюю поверхность зубов от клыка до клыка очищаем щеткой абразивной пастой от налета. Снимаем пелликулу, органическую пленку с поверхности эмали. Тщательное очищение поверхности зуба способствует лучшей фиксации и исключает возникновение кариеса под композитным материалом. Зубы изолируем ватными турундами от слюны и наносим протравочный гель – ортофосфорную кислоту. Кислота создает микрошероховатость на поверхности эмали, удаляет смазанный слой и убивает микробы. Кислота голубого цвета – это дает возможность доктору контролировать место ее нанесения и тщательность смывки с поверхности эмали. Сейчас вы это видели. Через 20 секунд кислоту смываем обильным количеством воды с использованием пылесоса. Высушиваем зубы. После контроля тщательности высушивания на протравленную поверхность эмали браншем наносим бонд. Бонд служит связующим агентом между эмалью и композитным материалом. Раздуваем излишки бонда и засвечиваем его фотополимеризационной лампой. Заранее заготовленную ортодонтическую проволоку нужной длины позиционируем на зубной ряд. Для удобства удержания проволоки и более плотного ее прилегания к зубам используем зубную нить. Проволоку приклеиваем к каждому зубу тонким слоем композитного пломбировочного материала. Каждая порция полимеризуется лампой отдельно. После завершения фиксации ретейнер шлифуем и полируем резинками и щеточками. Такой ретейнер не доставляет дискомфорта пациенту, не травмирует язык и не влияет на дикцию. Для уменьшения скопление зубного камня в области ретейнера необходима тщательная ежедневная гигиена полости рта, использование зубных паст и ополаскивателей.
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!